Всем привет, ребятушки! Всем привет! С вами Така Плей и Дуда Плей. Да, и я буду брать... Така, я буду брать Ниту. Крим. А я возьму... Кого взять? Эльприма. Эльприма. Да, бегать я замучусь. Это тоже медленный ворон. Кого же... Надо скорее мне новых бойцов. Рока я не люблю. А Дэрил у тебя есть? Нет. Ну бери Кольта тогда, Кольт нормальный. Ну что, поехали? Поехали. Кольт хороший, надо его прокачать. Кстати, там можно одежду ему купить, сейчас акция. Посмотри, да. она недорогая, ну там такой жакет у него. Интересный. Да, хорошо, напомни, когда сейчас закончим. Ага, многие. А ты кто, ты Нита, да? Да. Не глянул даже. Многие. Ай, ну блин, сейчас убьет, тут же зараза. Убил? Ну конечно, подбежал прям. Слушай, да. Потому что ребята еще не успели поставить лайки. Попроси их лайки поставить. Ребятки, пожалуйста, поставьте как оплый лайчик. Да. Лайчик, вот один. У меня мало лайков. А давай хотя бы соберем на Такином Плей 500 лайков на ролике. Ребятушки, давайте постарайтесь. Кстати, все там в комментариях говорят, что я накрутила подписчиков, что у меня много. Ага. Ничего, это не накрутка, ребятки. Вы не понимаете, как это могло произойти. Потому что у меня очень развитый канал, я просто поменяла его специфику, стала играть, а прежние ролики удалила. Ты все... Вот и все. А настоящие у меня подписчики, так что не надо тут ля-ля. А у меня также говорят, почему у тебя много подписчиков. У меня же такая же ситуация, ребята. У меня канал был о другом совсем, ролики. Ну, вот, там можете посмотреть, а мультики, у меня там пару мультиков осталось, самые первые, можете посмотреть. Все ролики удалил, оставил, да ничего не оставил, практически только 5 роликов оставил. Поэтому... Ох, бомбочка была. Это этот оставил. Как его? Сейчас скажу, господи. Орел оставляет такие бомбочки. Бери напиток. Так, ты мне даешь, да? Ладно. Да, я так. О, столкновение. А-а-а, убил меня этот орел. Вонючка. Ах, не получилось. Надо было тебе орлом. Ну, давай я орла возьму. Давай. Хорошо. Возьму орла. Убираем Ниту. Ну, Нита, что-то я редко играю, кстати. Так, у меня скоро будет 15 сундуков. Мне все лень их пооткрывать. 15? Открывай так, открывай. И знаешь, когда у тебя выпадет боец какой-нибудь крутой, остальные сундуки лучше не открывай, потому что вероятность, что... Никто не выпадет, да. Потому что у меня... Я один раз так открывал, у меня было 30 сундуков. И на первом же сундуке у меня кто-то выпал. Ну, я думаю, давай 29 сундуков еще откроем, может что-то откроется. И никто не выпал. Ну, у меня тоже, кстати, так было. Тоже там в серединке кто-то выпал, а потом уже все. Ну, потому что сильно шикарно. А-а-а, кого-то сейчас прибью или меня убьет. Ура. Ура, повезло, да? Фух, ой, что там в замесе. Миньонка. Ой-ой-ой-ой. Кто там? А, это вонючка. Какая-то чушка маленькая. Блин, ай-яй-яй-яй. Били. Убили. Это этот пингвин. Тут смерть так. Мистер Пи. Все. А, я видел, где тут бомбочки закинул, рядом с моим. Блин, вот это я рисканула. Зато убил. Как ты смеешься? Чем мы кругами приходим? Я умею смеяться, как этот, знаешь кто, этот нет. Сумасшедший ученый. Да, как? Да, так. Ой, нет. Типа того. Давайте, пожалуйста, еще. О, меня убили. Постырно, вот гаденыш. Забрал, прикинь, твои эти. Да, гаденыш, держись там. Так, а ну-ка, ладно, сейчас. Вон, вкусняшка, иди пока возьми. Ой. А что мне с ней делать? Не знаю. Ну, хочешь, я возьму? Бери! Ладно, пошли, стреляй в них. Ох, нифига! У него была суперсила, и он специально. Я хочу вот этого бойца, блин, он такой сильный. Да, но он выпадывает из сундуков. Ну вот, вдруг он мне попадется. Как его там называют, этот, шитый-то из частей, как он там? Сейчас скажу, как он называется. Его зовут Фрэнк. Франкенштейн. А взмах молота Фрэнка порождает взрывную волну. Его неимоверно мощный супер оглушает противников. Фрэнк, эпический. Это эпический, он редко выходит. Да, блин, ну ты.
Ну мне же выпал этот ворон. Ворон, да, ворон вообще легендарный. Ага. Подожди, ты хотел, чтобы я это что-то там в магазине купил? А да, одежду для Кольта, посмотри. А тут нету акции дня для Брока, что-то тут есть для... А дальше смотри, дальше. А нет, не получается. В магазин это... заходишь, справа, листаешь. Тут есть бесплатный ящик подарок. Вот, открывай, открывай. Ждем, жмем. Монетки, хе-хе-хе. Ворон. Дали. Ага. Ладно, хорошо, получили. Ну и все, больше тут такого ничего. За 60 этих, а у меня только 12. Ладно, ничего не получится тут. Все. А дальше в правее наж... А правее он не проезжает никуда, тут нет прокрутки. Нет. Есть какая-то прокрутка. Прокручивай справа, там видишь Кольта? Вообще не... Что за ерунда какая-то, фигня? Вот магазин берешь это и листаешь вправо-влево. Тут нету листалки. А, вот сверху тут думаю... Мышкой листай, мышкой. Крутить? Кручу. Да не крутить, а зажала мышку, право пролистнула, зажала. Получается? А, так можно было. Да, 500 этих, а у меня 700, ну давай купим. Подтвердить? Да, купить. Ты... Вау, бандит Кольт, ура! Так, ну ладно, все, больше денег нету пока. А, и что он у меня не изменился? А потом, когда выбираешь Кольта, там можно выбрать одежду. И что, нету тут одежды? Да, а, нет, вот. Нету. Есть, есть. Пил. Вот, все выбрать. Давай. О. Мы нарядные такие, да? А. Ты видишь, у меня тоже этот нарядный. Ну. Ну, вот это тоже нарядное. Ага. Ну что, ты рада? Да, хоть что-то новенькое. А стреляет он лучше или так же? Ну так же, просто одежда другая. Я хочу еще купить скин бандит Кошели. Ну, и будет, прикинь, бандит Кошели и бандит Кольт, они же вдвоем. Они можно, же... Давай ты купишь, и мы будем с тобой это играть. Точно, давай. Пара такая, да, пара. А, бандитов. Как они там, все знаменитые бандиты называют? Что-то у меня память какая-то стала. Бандиты в Америке, которые? Гансы? Ну да, да, они были. Сейчас скажу. Сейчас скажу. А я фильм смотрел недавно про этих бандитов. Блин, забыл. Сейчас скажу. Ребята, если вы знаете, напишите. Ну да, они очень знаменитые. Меня убили. Поздравляю. Они еще банки грабили. Ну, да? Да. Бонни и Клайд. Точно, точно, Бонни и Клайд. Да ё-моё, хватит меня мочить, гад, убей его. Блин, так у него 10 этих. Да без разницы, у него жизни на волосок. Ты смотри не на банки, а на жизнь его. Ах, теперь убегай. Ну все, поздно убегать. Теперь ты его убивай. Ага. Иди за ним. Тот, наверное, думает, это что за фигня, да? Мы его запомнили. Ну. Думает, да подождите, ну и хватит. Хватит до меня докапываться, да? Интересно, это он? Конечно, это он. Ты смотри же, а. Какие, да, живучие? Какой да. Стиль. Слушай, у них был орел и был эль прима. Давай, может, ты возьмешь эль прима, я возьму орла. Ну, давай. Так же мы сыграем. Так, я беру, ребятушки, орла. Где у меня орел? Вот мой орел. А ты берешь эль прима. Ну, что у тебя? Посмотри сразу, пока ты здесь. Посмотри, далеко у тебя до майка. Динамайка. Ну, половина. Ну, нормально, хорошо. Ну, поехали. Давай. Сейчас попробуем, ребятушки. Через 3 дня будет опять этот игра с боссом. О, классно. Мне что с боссом понравилось. Понравилось? Ага. А тебе ролик тут хорошо смотреть стали с боссом? Ага, хорошо. А тот, за которым ты следишь, ну там уже больше 100. Красавчик. Больше 100 посмотри. Ой-ой-ой, бомбочка, уходим. Так, ё-моё, как тебя убили-то, а? Бомбочкой как? Ну ладно. Так, что-то... Да это у меня бегает так медленно. Да, ну давай другого возьми. Да я уже, ну давай. А кого? А ну Кольта возьми. Или Шелли. Давай. Шелли тоже неплохая. Давай Шелли попробуем. Давай.
Все, Шелли и Ворон. Сейчас попробуем. Сыграем. Вроде бы кажется, что так много везде сундуков, а как на деле, так подпирают. По горячие пирожки, да? Что-то она какая-то слабенькая у меня. Да? Иди вниз до меня сразу, иди до меня вниз. Ты там, когда ходишь, тебя убивают быстро. Все, поехали, пошли налево. Так, отравляющее облако, но оно пока еще не сильно тут близко. О, дурачки какие-то. Ты хочешь дурачков убить? Ну да, верно. Куда они спрятались, интересно? Сейчас мы их разбудим. Давай. А, вон он, дурачок бегает. Так, мне бы баночку сесть. О, кто-то, и орел там где-то бегает. У орла есть такая сверхспособность, он оставляет невидимые бомбочки, 3 штуки. Да. Угу. Это, сверху, это супер. Он, иди попей напиток, бегом. Столкновение, ребята. Я всех убил. И меня убило. Убили тоже. У меня, видишь, это был супер напиток. Клёво, да? Да, классно. Молодец. Молодец, туда поедем. Молодец. Спасибо, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Угу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Заходите к Такоплей. Заходите к Такоплей. А ты Така, ты пиши под каждым моим роликом привет, там еще что-нибудь. И тебя, ребятушки, всегда будут замечать и переходить на твой канал, и смотреть на твоем канале, и на моем. Хорошо, только мне так лень это делать. Ну ладно, буду заходить к тебе писать. Хорошо. Я буду тебе писать привет, а ты мне будешь передавать. Ты просто сохрани вкладку. Вкладку сохрани, где все мои видео, и потом нажимай и пиши. Хорошо. Легко. Вот так вот. А я к тебе частенько бывает захожу и пишу. Ты видела? Да, я вижу. Ну все, так, тогда давай, до завтра. До завтра. Пока. Пока, ребята.